Участники обсудили вопросы предупреждения ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, лесных пожаров и паводков, а также меры по повышению эффективности гражданской обороны в регионах Сибирского федерального округа. Особую актуальность данная тема приобретает в связи с ростом в округе количества чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, пожарами, техногенными авариями, от которых в текущем году материальный ущерб уже составил почти 1,4 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Соответствующим органам власти данные поручения направлены на повышение эффективности системы прогнозирования вероятных чрезвычайных ситуаций, планирование и проведение мероприятий по эвакуации населения из зон возможных опасностей. В ходе совещаний также были затронуты вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой и биологическими угрозами в связи с созданием США вокруг России сети биолабораторий. Угрозы для безопасности населения также представляет созданная США вокруг нашей страны сеть биолабораторий. Только на Украине их насчитывалось более 30. В ходе специальной военной операции вскрылось множество фактов, подтверждающих разработку такими лабораториями компонентов биологического оружия и средств его доставки. Сегодня, 13 сентября, секретарь Совета безопасности России посетил ряд объектов в Кемерове. Галина Ильина, Ленинск ТВ.